Привет всем! С вами Бетти. В ноябре я сняла видео о том, что мы не замечаем в токе. Вам это видео очень понравилось. В комментариях даже просили снять вторую часть. Вот я наконец готова снова с вами поделиться интересными прикольчиками от Тока Бока. Итак, начнем. И кстати, уверена, что есть те, кто давно уже все это знает. Но есть и те, кому это видео поможет узнать любимую игру чуть лучше. Поэтому я их и снимаю. В дизайнере домов есть вот такие прикольные часы. Они не только уютно тикают, но и еще могут кое-что. Смотрите. Ну скажите же, это мило. Некоторые диваны в Токе можно складывать и раскладывать. А на младенцев можно надеть очки или маску, и они уменьшаются в размерах. И даже можно надеть спальный мешок. Все шторы в Токе можно закрывать и открывать. А если школьный глобус покрутить, то в него прилетит метеорит. В банке не обязательно вводить код, чтобы открыть сейф. Можно сделать вот так. В бассейне есть тайник. Чтобы его открыть, нужно включить лампочки вот в таком порядке. А внутри кое-что интересное. Надеюсь, вы узнали сегодня что-то новое об игре. На сегодня это все. Спасибо, что смотрите мой канал. Пока-пока!